Всем привет! Очень часто при создании 3D-сцены в Adobe After Effects слои, переведенные в 3D, которые имеют одинаковую плоскость, при анимации вращения соприкасаются, при этом образуя вот такой вот эффект. Чтобы этого не происходило, необходимо либо располагать слои в разных плоскостях, так чтобы они не накладывались друг на друга, но когда это невозможно сделать, необходимо использовать слой adjustment в качестве разделителя. Что это значит? То есть, когда вы используете adjustment слой в вашей композиции, то он разделяет слои, размещенные в 3D, таким образом, чтобы они не мешали друг другу. То есть, мы создаем новый слой, New Adjustment Layer, и располагаем его между теми слоями, которые пересекаются. То есть, в моем случае это слой 1 и слой BG. Мы располагаем его между этими слоями и получаем вот такую штуку. То есть, по сути, мы даем программе понять, что этот слой будет находиться всегда выше, чем бэкграунд, вне зависимости от расположения на таймлайне. То есть, таким образом можно получить не пересекающиеся слои в 3D-композиции.